Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, тяжело переживала из-за отъезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США. Жена принца Уильяма тяжело отреагировала на их решение отказаться от королевских обязанностей. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к королевской семье. Она была очень-очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган, было причиной серьезного стресса, но в конце концов это сблизило ее с Уильямом. Она расстраивалась в том числе из-за того, что видела, как ее супруг переживает всю эту ситуацию, рассказал источник. Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги кембриджские, опубликовали традиционную рождественскую открытку. На снимке они позируют вместе со всеми своими детьми, принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Герцогиня кембриджская намерена снять свой первый фильм. В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл подписали договор со стриминговым сервисом Netflix, который будет транслировать их фильмы, сериалы и шоу. По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон решила последовать примеру супругов и начать карьеру на телевидении. По данным Daily Mail, герцогиня кембриджская намерена снять свой первый фильм. Миддлтон долгое время наблюдала за развитием благотворительных проектов герцога и герцогини Сассекских и рискнула пойти по их стопам. Как отмечают источники, на этой неделе Миддлтон тайно провела переговоры с известным продюсером. Речь идет о Дэвиде Гловере, который работал над фильмами о Стивене Хокинге. «Кейт очень заинтересована в том, чтобы снять собственный документальный фильм», – рассказал инсайдер. Предполагается, что проект «Монаршие особы» будет посвящен теме раннего детского развития. Это важный шаг для герцогини, поскольку ранее она остерегалась публичных выступлений, но сейчас становится все более увереннее в себе. Если соблюдать несложные правила, можно вырасти настоящим принцем или принцессой. Если в прежние времена детей аристократов воспитывали в стенах замков, то сегодняшние монархи считают, что нужно быть демократичнее. Дело даже не в позитивном имидже, просто юный аристократ должен понимать, чем живут и о чем думают представители самых разных социальных слоев. Королевское воспитание. Британская королевская семья считается очень чопорной и приверженной традициям. Королева Елизавета и принц Чарльз воспитывались гувернантками и не знали, что такое детский сад. Однако принцесса Диана настояла на том, чтобы ее дети пошли в садик и навсегда запомнили первые занятия, игры с друзьями, праздники и экскурсии. Судя по всему, Уильяму в садике нравилось во всяком случае, он с гордостью отвел на занятия Джорджа, а потом и Шарлотту. Следующий на очереди маленький Луи, он с интересом слушает рассказы старших детей. А первоклассник Джордж с удовольствием говорит о школьных успехах. Принц Гарри и Меган Маркл часто говорят, что хотят вырастить малыша в самых обычных условиях. Скорее всего, они тоже выберут детский сад, а не гувернантку. Однако пока Арчи играет с кузенами и няней. Этика в семье особое внимание уделяют изучению этикета и языков, а также спорту. Конечно, кое-какие скидки на возраст существуют, например, двухлетний Джордж вышел к президенту Бараку Обаме в халате. Но с самых ранних лет принцев и принцесс учат не садиться и тем более не ложиться, когда стоит королева, уверенно пользоваться столовыми приборами и не перебивать старших. Дети становятся более вежливыми и уверенными в себе, одеваются со вкусом. Почтительность к традициям правнукам королевы предстоит множество визитов в самые разные уголки земного шара, и они всегда должны вести себя с достоинством. Проявлять уважение к местным традициям и находить точки соприкосновения с любым собеседником. В большинстве частных школ собирается очень многонациональная компания, и это идеальное место и возраст, чтобы привыкнуть к самым разным традициям. А особенно важные темы удобно обсуждать без переводчиков, поэтому хорошее знание нескольких языков обязательно. Роль образования семьи герцогов кембриджских. Понравился детский сад Westacre Montessori School Nursery, а с 2017 года Джордж посещает Thomas S. School in Battersea. Дальше, скорее всего, последуют очень хорошие школы следующей ступени. В подавляющем большинстве случаев это школы-интернаты. Англичане уверены, что они дают больше всего возможностей для всестороннего развития ребенка. Не зря англичане считают образование для детей лучшим вложением денег. Например, родители герцогини Кембриджской, став успешными бизнесменами, отправили детей в хорошие школы. Кейт и Пипа учились в оснащении школы, развивают самостоятельность, дают попробовать себя в самых разных видах спорта и творчества. Школа имеет прекрасное оснащение. Лаборатории, библиотеки, спортзалы, мастерские для профессиональных углубленных занятий.
Университет и взрослая ступень жизни королевских детишек после школьной суеты ждут университеты и веселая студенческая жизнь. Когда можно не только получить прекрасные знания, но и обрести друзей на всю жизнь, а то и спутника жизни. Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон, например, познакомились именно в студенческие времена, оба учились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. А до того Гарри и Уильям получали образование в которой, расположенного в Виндзоре. Итан закончили и 16 премьер-министров кузница кадров по соседству с любимым замком королевы. Ношение формы – одна из важных составляющих воспитания соблюдения дресс-кода. Во всяком случае, за пределами, принцы всегда одеты в костюмчики, правда, с короткими штанишками вместо взрослых длинных брюк, а маленькая Шарлотта в платьице и классические туфли. Аккуратные прически, никаких кричащих цветов, слишком модных принтов и прочих излишеств. Помощники для маленького принца говорят, став родителями, Уильям и Кэтрин сначала совсем не хотели приглашать няню или гувернантку. Но образ жизни королевских особ накладывает некоторые обязательства, так что пришлось все-таки нанять помощников. Королевские няни, между прочим, проходят специальное обучение и могут справиться с любой ситуацией, как заправский спецназовец. Например, их учат экстремальному вождению, приемам самообороны и поведению в самых разных чрезвычайных ситуациях. Увлечение королевской семьи Джордж как-то раз сказал, что хотел бы стать полицейским, Шарлотта известна как любительница танцев и верховой езды, а принц Луи увлеченно машет пролетающим самолетом. Что любопытно, эти занятия можно назвать традиционными для королевской семьи. Принц Уильям служил в королевской конной гвардии, не совсем полиция, но тоже охрана порядка. И летал на спасательном вертолете. Принц Гарри 10 лет служил в войсках, в том числе в Афганистане. А их двоюродная сестра, Зара Тиндал, стала серебряным призером Олимпиады по конному спорту. Кстати, ее образование связано с любимыми животными. Она изучала физиотерапию в университете. Дворцу это не понравилось. Герцогиня Кембриджская за 10-летний брак с королевским наследником принцем Уильямом привыкла быть в центре внимания и знает, как необходимо вести себя, находясь под прицелом многочисленных камер. Но когда-то все было совсем по-другому. На ранних этапах отношений между Кейт и Уильямом девушку часто преследовали папарацци, они даже дежурили возле ее квартиры, которую она снимала вместе со своей сестрой Пипой. И принцу это совсем не нравилось. В документальном фильме «Уильям и Кейт». Слишком хорошо, чтобы быть правдой, вышедшем в 2020 году на британском Channel 5. Ряд королевских экспертов размышляли над одной фотографией, снятой в 2005 году, из-за которой принц Уильям и дворец пришли в ярость. Я помню, как ее сфотографировали в лондонском автобусе, едущем по Kings Road. Это поистине исторический кадр. На снимке та, которая в будущем станет нашей королевой, сидит в лондонском автобусе на нижнем ярусе. Дворцу это не понравилось, говорит корреспондент Daily Express Ричард Палмер в документальной картине. Кейт попала в объектив папарацци, когда ехала на собеседование. Но Уильяма это привело в негодование. Он выступил с заявлением, в котором потребовал, чтобы ее оставили в покое. В октябре Кейт сфотографировали в автобусе по пути на собеседование. Конечно, нет разницы, где тебя сфотографировали в автобусе, на улице или в магазине вместе с матерью. Но на этот раз проблема заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день, прокомментировала королевский эксперт Марсия Муди. Муди добавила, что после серьезного разговора с Кейт и ее отцом, Уильям распорядился направить в адрес редакторов лондонских изданий официальное требование не распространять подробности личной жизни своей девушки. Содержание письма осталось конфиденциальным, однако в 2007 году инсайдеры рассказывали The Telegraph, что Уильям был очень зол.